А знаете ли вы, что вот такой пенал в виде фруктовой дольки можно сделать всего за несколько минут? Его можно использовать для школьной канцелярии или как косметичку для любимой косметики. Для этого приобретем в магазине самый дешевый пенал на молнии. С этой стороны находим середину и ставим метку. Рисуем полукруг нужного нам размера и отрезаем лишнее. Получаем вот такую заготовку пенала. Теперь ее нужно склеить при помощи горячего клея. Обводим пенал на листе бумаги и вырезаем. Получившийся шаблон складываем пополам. И еще раз пополам. А теперь внутри этого треугольника нарисуем треугольник поменьше и вырежем. Получаем 4 вот такие детали. На каждую наклеим двухсторонний скотч. Приклеиваем треугольники к пеналу. А теперь нам пригодится губка для мытья посуды и лак для ногтей белого цвета. Аккуратными движениями прокрашиваем пенал. Получаем вот такую красивую дольку лимона. С другой стороны проделаем то же самое. Чтобы скрыть следы склеивания, из зеленого или желтого фетра вырежем две тонкие полоски. Их нужно приклеить к пеналу с двух сторон. А теперь сделаем миниатюрный брелок также в виде дольки лимона. Для этого на белом фетре нарисуем окружность диаметром 4 см и вырежем. Складываем заготовку пополам и разрезаем. Из желтого фетра вырежем 6 капелек и приклеим их к нашим полукругам, по 3 на каждый. Склеиваем две детали вместе, оставляя непроклеенной нижнюю сторону. Из зеленого фетра сделаем нашей дольке корочку. Теперь приклеим внутрь шнурок. Место склеивания спрячем под тонкой полоской желтого фетра. Такой пенал-косметичка может стать не только удобным школьным аксессуаром, но и подарком к любому празднику. Ведь вещи, сделанные своими руками, ценятся намного выше покупных. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал и оставляйте свои комментарии. Всем пока!